Завод «Ренекон» компании «Пластмасс Групп» – передовое предприятие, производящее инновационную продукцию. Глава городского округа Андрей Булгаков неоднократно отмечал необходимость для смежных производств, в том числе в Щелкове, целой линейки товаров, выпускаемых компанией, отличную организацию менеджмента на предприятии, создание на нем комфортных условий работы для сотрудников. Теперь же для развития производственных мощностей и успешной реализации намеченных планов компания получила большой участок земли с чисто символической стоимостью арендной платы, исчисляемой в 1 рубль. На этом участке мы планируем открыть большое производство, на котором будут находиться пресса для изготовления листов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Дело в том, что наше производство на данный момент полностью работает на импортозамещение, соответственно, мы получаем такие преференции. Мы стараемся поставлять достаточно качественный, недорогой и хороший продукт. Соответственно, у нас есть и возможности, то, что здесь у нас дешевый газ, дешевое электричество. Ну, соответственно, мы получили вот данный земельный участок по такой стоимости. Договор о предоставлении земли за 1 рубль – это одна из мер поддержки предпринимателей, которую практикует администрация округа для помощи бизнесу, успешно развивающему свое производство и иную, важную для муниципалитета, коммерческую деятельность. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.